Мы находимся недалеко от абхазской границы, в Эмеретинке. Пляжи пустые, потому что еще слишком рано. И после дождя прохладно. А это вот море. Черное море. Вот такие сейчас пустые пляжи. Вдалеке виден Фишт. Если идти по набережной, то не так-то и далеко. А вот оно море. Люди купаются, отдыхают. А волна... Класс! Вот такая волнища. Только что поступила команда для людей: покиньте воду. Штормовое предупреждение. Видите, все начинают выходить из воды. Вдалеке идет на посадку самолет. Его сейчас плоховато видно, потому что он еще далеко. Но волна приличная. Ну, для тех, кто любит море. Их ничего не останавливает. Кроме спасателей. А их надо слушать. Решили пройтись до границы с Абхазией. Набережная здесь шикарная. Пойдемте. Снимаю вам горы. Там Абхазия. Скоро будет дождь. Обратите внимание на море. Я поначалу подумала, что это дельфины или стая рыб. Видите, как море крутит. Как будто оно по кругу идет. А оказывается, здесь даже стоит табличка. Посмотрите. Водоворот и купание запрещено. Как будто вода закипает. Да, интересное явление. Вот поэтому объявили штормовое. Посмотрите, какое небо вдалеке. Приближается шторм и ливень. Вот в той стороне прям стоят столбы воды. Вот такая набережная. Длинная. Здесь можно гулять. И в дождь, и в хорошую погоду. Чисто все, аккуратно. Что мы сейчас и делаем. Идем туда.